У нас сегодня новички в вебинаре. Поставьте единицы. Достаточно сегодня новичку. Звука нет. Это у тебя, наверное. Слышно еще раз? Слышно, звук есть. Все. Тогда приступаем к вебинару. Вебинар в стиле жизни, секс без карьеры или как я зарабатываю неприлично большие деньги в интернете. Меня зовут Алибекова Рукият. Я в открытом звании директор. Так. Давайте начнем с этического кода. РФМа. Неукосительно нужно соблюдать все правила, отраженные в уставе РФМ и других изданиях компании. Следовать не только букве, но и духу устава РФМ. Консультант может иметь только один регистрационный номер. РФМ оставляет за собой право отказать кандидату в регистрации или перерегистрации. Консультантами РФМ можно стать только по достижению дееспособного возраста, либо в письменном разрешении законных представителей, родителей, усыновителей. Ну, имеется в виду, что 14 лет можно регистрироваться, как только человек начал получать паспорт. И регистрация консультанта в компании РФМ заканчивается по истечению 34 каталогов или 2 лет. От даты размещения последнего заказа, либо по истечении 4 каталожных периодов, если не было никаких либо заказов, совершено с этим человеком. Ближайшие родственники можно регистрировать только в первом линии. Давайте ознакомимся с планом вебинара на сегодняшний. Это первое знакомство. За что нам платит компания РФМ, что нужно делать, почему именно я выбрала РФМ и как изменилась моя жизнь, мои цели и мои планы. Вот, я вот недавно получила свое свидетельство, что я индивидуальный предприниматель, то есть имеется в виду, я успешный интернет-предприниматель, который уже, да, совсем скоро буду получать денежные деньги на руки. Вот моя зарплата за последние 3 месяца. Это скрин с личного кабинета. Так как я еще не получила на руки деньги, я только-только открыла и жду конец 5-го каталога. То, что у меня сложилось с декабря месяца, я в декабре открыла звание директора. С этого уровня я начала получать нормальную зарплату. До этого, так как активно не работала, у меня не было нормальных, да, накоплений. Вот 64 рубля. Вот, последние 3 месяца, имеется в виду последние 4 каталога, которые я получила. Вот это моя семья, мое богатство. У меня вот, у меня мать двоих детей, у меня 2 дочки. Старшую зовут Ашура, младшую зовут Патимат, старший 3 года, а младший 2 годика. Ну, имеется в виду погодки, они у меня. Короче, сфотографировались, получали удовольствие, готовились к вебинару. Вот мои перспективы до РФМ. У нас в селе, так как я живу в Дагестане, в горном районе, у женщин вид работы, тут в основном вязание, основной вид работы. По сути, можно на этом выживать, но жить реально в достатке невозможно. Очень трудно и сложно жить, когда имеешь еще 2 детей. Реально, надо, как бы, расскажу приблизительно, как это выглядит, как нужно работать, да, в этой сфере тоже. Вязание, вот мы целое лето, да, вязали, где-то 3-4 месяца, уже готовились к сезону, практически. Да, кто-то мог связать где-то
где-то, ну, приблизительно 100 штук, и это еще и не факт, что ты сама сядешь и свяжешь с двумя детьми 100 штук, да, носков, там, перчаток, еще что-то. Но имейте в виду, не, эта работа не для хорошей жизни. Вот как я расположила на картинке, точно так же у нас выглядело, да, тот момент финансовые возможности. То, что мы зарабатывали на этом, чисто уходило, да, на детей, на кормление и на памперс в основном. Да нет, Татьяна, не очень-то тяжело вязать, но если научиться, трудного нет, то просто очень дешево за это, короче, платят. Не за, как говорится, недостойно платят за твой труд, который ты совершаешь при вязании. А давайте перейдем к RFM. За что нам платит компания RFM? Компания RFM нам платит за товарооборот, создаваемый нами и нашей командой. То есть... Сейчас приблизительно, да, посмотрим. Вот, примерная, да, вот схема работы, которая, за что нам будет платить RFM. Приблизительно, вначале, так как ты еще находишься без команды, сам один, да, в команде, у тебя, естественно, зарплата будет очень маленькая. Там где-то вот приблизительно тут 150 рублей, да, ну, по сути, по опыту знаю, там больше выходит, да, где-то 800 тысяч рублей выходит, и при заказе оформленном на 150 баллов. Вот. Вот как уже растешь на второй, да, вот каталог, уже кое-какие-то движения у тебя происходят, ты приглашаешь людей, там двоих, там выходит. Ты выходишь на новый уровень 6%, точно так же, следовательно, вот приблизительно доходы на каждом уровне 150 рублей, 800, 2000, 5000 на 12 уровне, ну, приблизительно. Вот как только доходишь до звания директор, там нужно иметь в команде 50 человек, которые активно будут сотрудничать с тобой, да, и повторять твои действия. И тогда вот при закрытом звании директора, консультант, да, директор получает 33 тысячи. Ну, честно сказать, я вам признаюсь, в горном районе для нас это 33 тысячи каждый месяц получать, это что-то с чем-то. Не то, что, да, при вязании получаешь. Вот моя, я на данный момент нахожусь в открытом звании директора, но моя ближайшая цель – золотой директор, что я вам и советую. Что я вам и советую, не останавливаться, да, вот хотя бы дойти до золотого директора. Почему, вы спросите? Потому что, начиная с золотого директора, начиная с золотого директора, начинается пассивный доход. Что это значит? Вот, золотой директор, преимущество золотого директора, что он получает? Он получает за год 900 тысяч рублей. Он может участвовать в программе «Автобонус», да, те, которые успели урвать возможность участвовать в этом автопрограмме до пятого каталога, хоть один раз получил автобонус, премию по турборосту. Тот, этот человек может участвовать уже в автобонусе. Еще получает золотой значок. Получать единовременный премию 2000 долларов и возможность путешествовать в золотом конференции в Кипре, на конференции менеджеров в Сочи, да, вот сейчас, который готовится, и человек, который еще на данный момент находится в золотом звании директор или планирует стать в ближайшее время на золотого стать золотым директором, то у него есть преимущество попасть на лайнер на 2017 год, который будет, да, проходить, я об этом более подробно еще расскажу. Вот более, да, подробно разберем. Золотой директор, как при закрытом звании золотого директора, уже идет пассивный доход, и с уровня золотого директора уже можно передать свой бизнес по наследству.
И идут пожизненный доход. Имеется в виду, да, если ты хочешь дальше не рекрутировать, ты можешь даже оставить, да, вот, пользоваться продукцией и получать свою зарплату от 50 до 90 тысяч, да. Ну, честно говоря, я не собираюсь останавливаться даже вот на золотом директоре, у меня свои планы, я уже вошла во вкус. Вот, что нужно делать для результата? Да, вот, чтобы добиться результата, на что нужно делать? Всего лишь 4 маленьких действия. Это приглашать лояльных покупателей в свой магазин, пользоваться продукцией компании RFM, да, в своем интернет-магазине. Каждый пункт мы разберем мы поподробнее. Обучаться и иметь большое желание изменить свою жизнь на все 100%. Ребята, пока вы не имеете вот этого 100% желания изменить свою жизнь на хорошее, да, вот, на лучшее, то у вас ничего, да, вот, вы будете медленно расти. Вот как только вы захотите изменить свою жизнь, если вы захотите, да, вот, иметь достаток, хотите вот радовать своих детей, тогда у вас все пойдет. Как имеется в виду, вы сами, короче, с удовольствием выйдете из зоны комфорта. Вот, давайте более подробнее разберем, да, суть работы, что нужно делать. Первое, это пользоваться, да, вот, что значит, мы все пользуемся, да, первыми средствами личной гигиены. Согласитесь, зубная паста, шампунь, да, мы всем этим пользуемся. Это, да, никто не перестанет мыться, да, хоть если кто-то не красится, не пользуется духами, да, вот, если не хочет бижутерии, но согласитесь, никто не перестанет мыться, мыть по утрам зубы и купаться, естественно, никто не перестанет. Потом размещаем, вот второе действие, размещаем, приглашать людей, да, вот, мы вот, я лично сама предоставляю, да, вот, новичку, чтобы сам выбирал соцсеть, в котором ему удобно работать. И все, да, все, кто будет к вас приглашать, также и будет вам говорить, да, чтобы вы сами выбрали, где вам комфортно работать, где вы уже чувствуете себя как у себя в тарелке. И в итоге, что мы получаем? Если вот будем пользоваться этим двумя, да, вот действиями, что мы получаем? Растущий доход. Я по своему опыту вам говорю, очень даже хороший растущий доход. 17 зарплат в году. То есть те люди, да, хоть возьмем государственную работу, там зарплата идет только 12 раз. А почему? Нет, продавать не нужно. Лично я ничего не продаю. Когда я вначале, я сама, вот, согласись, вот, ты пользуешься шампунем, зубным пастом, да, вот, гелем для душа. Вот обычно, еще возьми бижутерии, да, и духи. Ты ничем не, да, вот, не нужно тут ничего продавать. Да, вот, согласна с Ольгой, почему, да, почему не радовать родных и близких со скидками? Лично я радую, да, своих родных и близких со скидками. Они нигде, вот, кроме у меня, не возьмут, да, такие продукции, такие шикарную продукцию с скидкой 20%. Да, а постоянным клиентам вообще и делаются и большие скидки, да, вот подарки. Вот реально, я ничего не продаю, уже люди, да, родные, близкие, уже привыкли то, что я работаю, да, в RFM, и знают, что у меня хорошие подарки бывают и хорошие скидки, они уже сами ко мне тянутся, да, и сами у меня уже просят журнал, да, хотя бы посмотреть, и интересуются, какая у нас продукция на данный момент и в какой у нас каталожный период идет. Продолжим дальше, вот. Вот, самый интересный момент, когда я людям говорю, давайте начнем рекрутировать, они спрашивают, где искать, да, нет в интернете людей, ко мне люди не идут. Один вопрос, у меня когда мне человек так говорит, новичок, я вспоминаю слова Тамилы Полежаевой, как она рассказывала историю, как одна анекдот, точнее, она рассказывала, как она идет,
одна женщина и плачет, что она вот в таком-то возрасте не вышла замуж. Один мальчик, который играл в песке, слушал ее, слушал, пока она рыдала. Потом этот мальчик встает и говорит: тетенька, а вы всем предложили? Да, по сути, да, вот, вот, имеется в виду, мы же не всем, вот возьмите, например, столько соцсетей у нас, вот смотрите, я для интереса взяла ВКонтакте человек, да, сколько человек в онлайн, это было поздним ночью, когда я проверяла, вот реально, 2 миллиона человек было в онлайн режиме, в тот момент, когда я проверяла. Вот в самом деле же, мы же не всем людям предложили, да, да, вот если конкретнее уточнить, да, вот если у человека я спрашиваю, докапываюсь, что он делал, да, как он этим работает, то оказывается, совсем он ничего и не делает. Я всегда говорю эти слова Полежаевой, чтобы человек мотивировался. Реально, мы не всем предложили, очень много людей в соцсетях, каждый день регистрируется очень много людей. Так что, ребята, все в наших руках, так как кроме нас, из этой ситуации, которую мы сложили, да, у нас сложилось, никто не вытащит. Мы же в Арифлейм пришли не из-за хорошей жизни, а за хорошей жизнью сюда пришли. А для этого надо хотя бы выйти из зоны комфорта. Согласны со мной? А вот эта картинка как-то не туда попала у меня. Вот. Те, кто говорил, что у нас, да, идут продажи. Нет, у нас продаж нету. Вот, на пальцах. Давайте объясню кто говорил, что у нас идут продажи. Нет. Вот, зубную пасту и прочее покупаете вы всегда, согласитесь. На все это у вас не менее 100 тысяч рублей все равно уйдет. Я сама по своим, да, вот, рынкам, по ценам рынка сравнивала, уходит 1000 рублей минимум, чтобы купить зубную пасту, шампунь, гель для душа, бальзам для губ, да, крем для рук, который необходимо это. А у нас ты, приобретая товар на 1000 рублей, сразу имеешь уже выгоду на 200 рублей. То есть ты имеешь еще 200 рублей, чтобы купить для себя дома хлеб. Да? Хотя бы роутон, да, скажем. Вот потом, если ты станешь уже приглашать таких же людей, которые будут постоянными покупателями, ты будешь от них получать 10% от их покупок. От покупателей, да, от 10 покупателей очень дорого. Ты где-то имеешь выгоду 800 рублей. Например, если 10 человек сделали у тебя те же самые 10, что, да, что и ты сделал, то, да, ты уже получаешь выгоду 800 рублей. И третье, научи своих приглашенных, да, людей приглашать так же, как и ты, и получай уже 5% от всей группы. Имеется в виду, если ты уже, да, сам будешь приглашать, уже будешь учить людей, приглашать, повторять, да, вот те же самые действия, которые ты выполняешь, то уже твой доход растет. Вот смотрите, что нужно делать, пользоваться продукцией, да, приглашать людей в свою команду и обучать, Скажите, это сложно? Ребята, это сложно? Нет. Для меня вот этим заниматься очень легко. Для меня вот очень легко. Я уже, да, вот. Главное, да, если человек даст для себя время разобраться. Вначале, естественно, много информации бывает. Например, в обычной работе пойдешь, тоже надо разобраться, что к чему, что и как нужно делать. Тебе объясняют это уже начальник, который уже ставит рамки для тебя, да, вот в пределах какого времени ты будешь это делать, сколько ты будешь работать, а у нас что хорошо, что у нас хорошо,
Работу мы выбираем, у нас гибкий график, сами рабочий день выбираем. Давайте расскажу, что вы получаете после регистрации. Первое, личный кабинет на официальном сайте, где можно контролировать свою структуру. Финансы, да, вот, финансы, свои заказы и другие вещи, да, пошаговый план действий, инструкции, да, вот, инструкции вы будете получать, тексты для работы, командную помощь и поддержку, скидку на весь ассортимент 20%, возможность участия во всех программах и получать выгоды до 50% скидки, да, и любимую работу без начальника и будильника, финансовую свободу, и самый главный бонус, где готовый сайт для работы. Это всем, каждый человек, кто сделал, прошел регистрацию, да, и начнет активно работать, он получает уже готовый сайт для работы. Что получить такой сайт? Очень, да, вот нужно хотя бы потратиться для его раскрутки, а нам этого не нужно делать. После регистрации, да, как вы только пройдете регистрацию, кто вам будет помогать? Вам будет помогать, первым делом, компания предоставляет глобальный сайт, поддержка от компании, акции, скидки, подарки, логистику, доставка, хранение, все это на себя берет компания RFM. Бухучет каждого личного кабинета, поддержка команды, да, вот у каждого спонсор, да, у каждого лидера есть свой командный чат, где поддерживает и помогает своим новичкам, не имея разницы, да, это личный новичок или новичок своих девчонок. Помощь спонсоров в построении структуры. Самое главное, не забывайте, приходя в команду, да, регистрируясь в RFM, вы не одни, вам помогает целая команда. У вас постоянная поддержка спонсора, того человека, который вас пригласил. Поддерживает, да, главное, вы не молчите и задавайте вопросы для того, чтобы спонсор, да, ваш лидер знал, что вам непонятно, что вы поняли, да, и что вы не поняли, что во что, в чем вы нуждаетесь, да, в какой информации вы нуждаетесь. Если вы будете молчать, новичок не будет знать, да, вот спонсор не будет знать, в чем вы нуждаетесь, да, уже реально я работаю уже год в RFM, моя команда, да, уже я встаю с постели, я уже иду, бегу к телефону. У меня уже до такой степени привыкла к работе, во все это такие родные все стали. И вот расскажу, почему я выбрала RFM. Почему? Первое, стабильно растущая компания с 1967 года, да, 62 страны, да, сотрудничают с компанией RFM, уже у компании есть 5 больших собственных фабрик. Второе, собственный бизнес без рисков и больших вложений. Нету, например, все боятся риска, чтобы начать свой бизнес, нужно хоть какое-то начальное, да, капитал вложений, а у нас этого нету. Да, я не думаю, что покупка личных средств для гигиены – это вложением, я этого не считаю. Доставка продукции на дом – большой для меня плюс. У нас, да, вот есть доставка домой, да, вот СПО. Каждый выбирает удобную для себя доставку. Работа в сети интернет. Самое главное, что, да, для меня вот, то, что работа заключается в сети интернет. Личный и карьерный рост. Неограниченный доход, пассивный доход в перспективе. Официальный доход через банк. 17 зарплат в году, стаж, пенсия. Можно передать бизнес по наследству. Готовый бизнес под ключ и готовая система работы. Гибкий график работы, здоровье, продукция wellness, всегда рядом с семьей, путешествия, конференции на лучших курортах мира, признание, шикарные банкеты в Москве, продукции, товары первой необходимости. Командная работа, не требуется специального образования, бесплатное обучение и инструменты для работы, быстрый рост, действия, встречи с успешными людьми и другими возможностями. Вот, все говорят, долго обучаться.
Вопрос к вам, новичкам. Сколько, если у вас образование, и сколько вы учились на данные, которые имеющие вы образование, сколько вы учились, чтобы получить свою профессию? Вопрос к новичкам. Не молчим. У кого какая, какое образование и сколько вы учились? Вот, смотрите, я вам открою большой секрет компании RFM, как быстро добиться результатов. Уже я все вижу тут 5 лет, 8 лет, 3 года, 4, да, 2,5. Вот, сейчас я вам открою большой секрет в компании RFM. У нас учиться и работать, да, вот имеется в виду, можно параллельно. Максимум, что вы тут потеряете, на, чтобы разобраться, что к чему, это полгода. Полгода, что это, кто-то может и больше, да, вот раньше разобраться. Для меня, да, вот чтобы стать, я открыла звание директора, где-то полгода, да, ровно когда прошло полгода после регистрации, я открыла звание директора. Вот. А я вам сейчас открою свою историю. Я училась в школе только 10 лет. У меня нету ни специального образования, да, вот, ни, только 10 лет школы. Это имеется в виду, да, я не... Это мой плюс, показать людям, что не имея никакого образования, можно добиться тут успехов. Скажите, можно сказать, да, что многие, наверное, думают, чтобы тут пройти, да, доработать, на это разобраться, нужно какие-то высшие образования. Нет, не нужно. Нужно, главное, желание. Желание работать каждый день и, как имеется в виду, извиниться за выражение, нужно понять свою пятую точку и работать. Вот что нужно. Ни образование, ни твой статус, ничего тут не влияет. Каждый новичок тут начинает с нуля. Никто не падает с луны на данный уровень, да, вот, который он находится, приглашая вас. Я ровно год в проекте. Я прошла проект 21 марта 2015 года. Вот вам, новичкам, это кто говорит, что трудно работать, да, долго обучаться. И еще факт, что обучение у нас бесплатное. Вот такие проводим вебинары чисто новичкам, чтобы обучать им, чтобы им было легко, рассказываем свой опыт, да, чтобы человек не делал тех ошибок, которые мы сами выполняли, да, вот, проходили. Вот перспективы с RFM. Лично у меня это доходы. Премия меня ждет летом. Круизы, мои цели. Банкеты тоже цель у меня на 2017 год. Вот, еще раз, что я доказываю то, что я уже предприниматель, да, вот еще скоро получу деньги, да, с сокрытием пятого каталога на руки. И буду ни в чем себя отказывать. Вот еще раз, да, вот о себе, вот реально, девчонки, расскажу, вот, пока идет слайды обо мне, о себе. Я сюда пришла, вот когда уже реально сказать можно, клюнул жареный петух, да, вот реально не было денег, все, что мы делали, да, вот копили, все уходило на памперсы детям, реально все так и уходило. Вот тогда я начала искать в соцсетях работу, так как я мать двоих детей, я никуда не могла выйти и работать, да и у нас в селе никуда не пойдешь и не поработаешь на нормальную зарплату. У меня был такой опыт, я работала в селе 2 месяца, и вы удивитесь сейчас, у меня вот, работая 2 месяца, у меня зарплата была 4 тысячи. Да, 4 тысячи я заработала, вот тогда меня и клюнул жареный петух, когда я за 2 месяца работы, да, нелегкой работы, заработала 4 тысячи. Тогда я начала искать уже легкие способы. Вот, мои планируемые покупки. Я пока еще ничего, да, не приобрела, но я планирую купить себе
мощный телефон для работы, да, и ноутбук. Это в ближайшее время. Я рекрутирую в Инстаграме. Мне там легче, мне там удобнее, я там чувствую себя комфортно. Мне легко там работать, и я себя чувствую, да, как у себя, как в своем тарелке. Я уже могу от А до Я научить любого человека работать в Инстаграме. Если мой спонсор Мария Викторова, очень горжусь ею, она мой пример, мой идеал для подражания. Я вот хочу повторить ее опыт, очень хочу, имеется в виду, повторить ее историю успеха, и очень хочу добиться таких же успехов и в такие же короткие сроки. Вот моя цель на 2017 год. Путешествие и признание. Очень хочу попасть на лайнеры. Там 4 континента, да, 4 страны, 4 города. На каждую семью, да, отдельное обслуживание. Очень, да, моя цель, да, вот, попасть туда с мужем, встретиться всеми вами, да, вот, кто будет на этом лайнере, кто будет фиксироваться на эту конференцию. И давайте расскажу немного о Wellness Pack, продукции Wellness. Вот реально я пользуюсь многими этими продукциями, да, вот коктейлем я пью, мне очень понравилось, да, и вот я могу очень похвалить Wellness Pack. Очень хочу похвалить Wellness Pack, я сама уже почти полгода пью этот Wellness Pack с мужем, есть уже явные изменения, да, вот я так как работаю по ночам, так как у меня дети не дают днем работать, я работаю по ночам. Естественно, недосыпы, раздраженность, утром встаешь, так раздраженная, боже, на все кидаешь. Вот как я начала принимать Wellness Pack, у меня все этого, да, вот я замечаю, что у меня пропала раздраженность. Я могу спокойно, да, работать без раздраженного, и вот имеется в виду, нервных срывов не бывает у меня, как и раньше. Екатерина, по-разному. Я же говорю, график работы, я работаю по-разному. Иногда я могу сесть целый день работать, так как, смотря как мне дети позволят. А так я работаю в основном по ночам, рекрутирую по ночам, работаю с командой днем. Мне худеть некуда, Вера. Арифлейм 21 века – это система инновационного бизнеса. Это не тот Арифлейм, о котором вы знали и слышали. Наш Арифлейм, да, вот ваш бизнес полностью помещается в ноутбуке. Вы не привязаны к месту территориально. Вы сами выбираете, когда работать, когда отдыхать, работаем в удобное для вас время. Вы сами определяете уровень своего дохода. Вот самое главное, я всем новичкам советую, не ставьте предел, рамки не ставьте своему доходу. Почему? Каждый человек может зарабатывать миллионы. Мы сами ставим потолок своим доходом. Да? Почему? В зависимости от чего мы это ставим, в зависимости от статуса имеется в виду, от зависимости от работы, от зависимости, да, от той местности, ты где вот находишься. Вот у нас в селении, да, вот в Горском районе 20 тысяч зарплаты – это роскошь. Реально, 20 тысяч, кто получает ежемесячно 20 тысяч – это роскошь. А вот мы тут радуемся, хоть, да, вот зарплату у человека 6 тысяч, человек радуется. Почему? Этот человек сам себе поставил предел, да, своим доходом. Как реагировал мой муж первое время? Да, у меня интересная история с этим. Муж, да, вот так как мы живем со свекрухой, и муж и свекруха реагировали очень плохо. Они мне запрещали.
Не давали работать, истерики, скандалы, да, вот то, что я постоянно сижу в телефоне, все говорили, да, что я занимаюсь лохотроном, и говорили, что все крутили у виска, крутили, да, кто меня не встречал, кому я не говорила об Арифейм, все крутили у виска. Пока они увидели мою зарплату, да, первая нормальная зарплата у меня была 18 тысяч. Тогда в меня поверил муж, тогда начал да, поддерживать. Только тогда, это когда я открыла звание директора. До этого мне никто не верил. Реально. И я вот работала, когда все спали, чтобы меня никто не дергал, не нервировал. Я живу в Дагестане, в Левашинском районе, в селении Ташкапур. Наверное, не слышали нигде. А вот как только я начал уже получать стабильный доход 20 тысяч, вот тогда уже свекруха начала поддерживать и начала помогать с детьми. И муж начал, да, помогать разбираться в компьютере, так как я не ас в компьютерах. Сейчас более-менее, да, начала разбираться. Реально, вот когда я начинала, я вообще была в ноль в интернете. Я не знала, что такое интернет. Да, я не знала, да. Как разбираться в компьютере? Вот спросите у Марии Викторовой, как она со мной настрадалась. Как начать работу? А, Кристина, советую вам начать с активации личного кабинета. А, вы тогда получаете все преимущества компании RFM. Классический сетевой маркетинг – это не продажи, девчонки, я вас уверяю, это не продажи, а создание сети потребителей. Именно за это и платят. Вот я вам скажу, да, вот, ребята, все говорят, да, вот, те, кто тут говорит, продажи, ладно, продажи. Самое максимальное, что вы можете, да, вот, набрать, сколько баллов вы на продажах сможете набрать? Тут одна, да, вот, говорила, что продажи. Самое максимальное, скажите. На продажах сколько вы баллов сможете набрать? Самое максимальное. У меня было 772 балла, которые я лично набрала. Когда я была, да, вот тоже говорил, что это продажи, 772 балла. Я вот пришла в пятом каталоге 2015 года. Я пришла в пятом году 2015 года, я заказ делать начала 150 больше, я начала с 200 баллов, тогда для 3% нужно было 200 баллов. Первый мой заказ был 29 баллов, второй был уже 264 балла. Вот. Да, максимум, кто сможет даже и добрать. 1000 баллов, да, даже я могу набрать 1000 баллов, но не больше. Но смотрите, если каждый раз вы сами будете, не приглашая людей, делать 1000 баллов, то вы до какого уровня дойдете? До 9%, но не дальше. У вас там максимум зарплата будет где-то от 5 до 8 тысяч. Скажите, сам один человек, да, делая продажи, сможет дойти до звания директора? Минимальный уровень, 7500 баллов сможет добрать? Нет, никто не сможет. Я вот могу, да, сказать 100%, что никто не сможет, дабы сам один человек, не приглашая никого, открыть звание директора. Вот, вот. Самое основное, что... Приглашать потребителей в свой интернет-магазин. Вот в чем заключается успех. Не зацикливайтесь на этих заказах, на этих продажах. Вы этим затормаживаете себе рост. Именно за создание сети потребителей, именно за это нам платят. Ирина, как мне удается делать такие баллы? Она, как говорилось, я делаю... Что повторить? Как вам удается делать большие заказы? Сейчас я расскажу. Реально, я живу, да, в горном районе. В горном районе. Тут, как сказать... не скажу, но я по своему желанию, да,
приобрела бы больше продукции. Чисто что я заказала, мой опыт. Я параллельно веду другой бизнес, мыльный называется. Мне надо мной вся команда смеется. Я вот приобрела мыло по своему собственному желанию. Приобрела 500 штук мыла. Да, все надо мной смеялись, да и крутили у виска. Куда ты столько мыла денешь? Ну нет, я не собиралась сдаваться. Вот уже Ирина смеется надо мной. Вот, я заказала 500 мыла, чтобы добить. Мне не хватало, да, до уровня. Я и не хотела выпускать свой шанс, и добила мылом. Свекруха вообще была в шоке от меня. Куда это деть? Но я вот за 2 месяца, за период 2 каталогов, продала все 500 мыла. Да, вот, еще мне это понравилось, и я хочу еще так же, да, продолжать. У меня уже сами люди уже интересуются и спрашивают, у тебя еще есть, да, у тебя на продаже есть? Вот, девчонки, мой девиз, не нужно сидеть и ждать, пока выход, да, из данной ситуации вам упадет на голову. Нам самим надо искать выход из той ситуации, которая у нас сложилась. Никто нам не поможет, да, никто нас не выдернет из той, да, вот, из той ситуации, где мы на данный момент находимся. Реально, мне никто не помогал. Когда даже вот, я нуждалась в каких-то деньгах, материальных, да, вот, финансах, мне никто не помогал. Говорил, да, нету, да, ну, как все понятно, да, человек не хочет помогать. Но я вот нашла выход, да, вот. Каждый человек, который ищет выход для себя, он всегда найдет. Он всегда найдет. А тот, кто сидит и греет диван, протирая штаны, он также будет жить и ныть в этой же ситуации. Если вы не хотите оказывать своему ребенку, например, у меня вот была такая история сложилась, когда я пошла в магазин, у меня мой ребенок попросил Kinder Surprise. Я не смогла ему купить, так как не было денег. Вот это меня ударило. Почему я расстроила ребенка из-за элементарного шоколада, что я не смогла купить. Сейчас ничего я не буду отказывать своему ребенку. Хотите точно так же? Работайте. Здесь хорошая возможность. У вас совпадает желание с возможностью. Только когда у вас совпадет, только тогда, когда у вас совпадет желание с возможностью, только тогда и вы пойдете, только тогда и ваш рост поднимется. Но это я говорю по своему собственному опыту. Пустых слов не бросаем на ветер. А насчет лайнера, да, я говорила. Обращайтесь к человеку, кто вас пригласил на вебинар, регистрируйтесь в проект и делайте свою жизнь своими же руками. В Oriflame у нас есть на 100% возможность сделать свою жизнь своими руками. Зависит только от вас, когда вы это сделаете, за какой срок вы это сделаете. То, что я открыла директор за полгода, это не потолок. Есть люди, которые и раньше открывают, за 1 месяц, за 1 каталог люди открывают директора. Это еще я паузу, как черепаха. Сейчас задавайте свои вопросы, если у вас остались, буду отвечать с большим удовольствием. Я по жизни такая. Жду ваших вопросов. Спасибо вам. Очень приятно. Вы меня смущаете. Я рекрутирую в Инстаграме. Приглашаю, да, чисто добавляю людей в себе в соцсети. У меня есть на данный момент 2 страницы. Вот там я приглашаю людей, да, добавляю друзья, ставлю интересные картинки. Вот. Я никому свою работу не навязываю. Я просто рассказываю всем, кто интересуется моей работой, о возможности компании Oriflame, что человек получит от этого Oriflame, что он, да, как добьется, если начнет работать с ним.
Я, честно говоря, уже начал изучать теплый рынок, метод работы имеется в виду. Мне очень нравится этот метод, я пытаюсь раскрутить этот метод. Я уже стараюсь уже общаться своими словами, уже стараюсь созваниваться. Имеется в виду, не сидите на одном месте. Если у вас одно не получается, пробуйте новые методы. Советую созвоны и теплый метод работы. Мне самое лично нравится, я пробовала несколько раз и свой сайт. У меня пока компьютера нету, нет. Только учусь продвигать личный бренд. Хади, очень много людей я пригласила, но я не скажу, что каждый человек пошел у меня включаться, но я и на этом не стала зацикливаться. Честно сказать, я не считаю, сколько я людей приглашаю, но за год я пригласила очень много людей. Да, я есть в Одноклассниках. Мария, да, я есть. Наберите Рукият Алиева, закрытый профиль. Лена, у меня на данный момент аккаунтов только две. Я только с этих двух аккаунтов и работаю в Инстаграме. Алтынай, я в открытом звании директор. Я на 22% и с отрывом 3000 баллов. Елена, я делаю от 150 баллов. В основном у меня уже, я начал для себя заказывать. Да, вот есть такая возможность, так как уже скидки большие и зарплата мне этого позволяет. У меня минимум за заказы бывает 300. У меня вот 300 баллов в каталог бывает. Да, я рекрутирую через телефон, через компьютер нет, так как дети доступа к компьютеру не дают. Сейчас тоже со свекруха детей оставила, села на часок. Татьяна, Рукият Алиева, 22 года, город Махачкала. Саш, спасибо. В день у меня одна регистрация. Так удобнее для меня. Я могу параллельно посидеть со семьей и параллельно работать, включить новичка в работу. Мне так легче. В день, если в день один новичок. Алия, ну я разное беру, всегда по-разному. Я в основном пользуюсь продукция Wellness, там дают большие баллы. Я любитель шарфов. Как вы заметили, так как хожу в хиджабе, я беру для себя шарфы. Да, вот косметика, не косметика тоже для мужа, радовать глаз мужа. И не я одна только, да, заказываю, имеется в виду, родные и близкие уже сами подключаются, и я вам говорила свою фишку, мыло. Если мне не хватает до 150 баллов, да, или до то, что хочу добрать, я добиваю мыло. Я живу в России, в республике Дагестан. Нет, Инна, не только с Махачкалы. Я же работаю в интернете, у меня люди по всему миру. И Казахстан, и Белоруссия, и другие страны. Ольга, спасибо. Спасибо вам за внимание.
Я надеюсь, еще буду вас радовать своими вебинарами. Очень понравилось, вот очень волновалась. Надеюсь, в следующий раз будет легче. Всем спасибо за внимание, за комментарии, за вопросы, за поддержку. Вы меня поддержали очень сильно. Мне очень понравилось.